Надеюсь, есть связь. Господа, добрый день еще раз. Добрый день, кому вы отняли. Благодарю вас за вопрос. Думаю, что сразу же все, что ты сделал. У нас установились недавно национальные цели, и из тех 5 целей, которые поставлены президентом и правительством, я думаю, напрямую мы можем влиять на возможности для самореализации, оформить безопасную среду, достойный эффективный труд, успешное предпринимательство и работать с формацией. С точки зрения реального роста, который мы видим сегодня в области именно дорожной инфраструктуры, это, конечно же, тот факт, что 63% российских туристов хотя бы в этом году путешествовали именно на автомобиле. Конечно, можно говорить о том, что нам всем сегодня помогает пандемия, и мы действительно принимаем внутренний российский туризм. Но при этом ранее все эти мероприятия, мы слышали прогнозы туризма о том, что в 2030 году россияне совершают 140 внутренних туристических поездок. А это означает, что то, что сегодня не доделано, это и есть наши будущие драйверы, просто если мы, конечно, сконцентрируем усилия. Благодаря данным вопросам агентства МАФИ мы знаем, что конечные пользователи, как правило, недоволены всего 5 факторами. Низкое качество дорожного покрытия, ремонтные работы, плохое освещение. Все это, к счастью, не касается дорог государственной компании такой. Наши дороги, которые сегодня не из самых быстрых и безопасных, неуклонно растут показатели в этой области. Поэтому вот о чем нам совместно осталось поработать, о том, о чем сегодня хотелось бы поговорить, это именно инфраструктура. Я думаю, много сегодня о ней было сказано, но в области инфраструктуры, пожалуй, уголовки не выкружат мировых мероприятий, не то олимпиады, не то мировых футболов или форумов 2022 года, которые мы с вами сегодня активно обсуждаем. Основное – это возможность дальнейшего эффективного использования созданных объектов. И именно поэтому государственная компания сегодня задумывается о развитии единой инфраструктурной услуги в целом. Что мы под этим понимаем? Что пользователи дороги, равно так же, как и гости страны, которые посещают во время фестиваля, должны получить комплексную инфраструктурную услугу, которая, несомненно, входит в такие понятия, как безопасность, единый скоростной режим, несомненно, объект дорожного сервиса, но вместе с тем устойчивая связь, линия автоблоковой связи, единство архитектурного облика дороги, информационные, навигационные рекламные носители. Нам кажется, это очень важный аспект. Как только мы все вместе начинаем смотреть на совокупность этих факторов, те результаты, которые мы получим, смогут служить экономике страны многие годы после этого мероприятия, которое нам дадут всем ков. Создание ПЗ или многофункциональных звуков дорожных сервисов, мы сегодня тоже обновили. Представляется, что назрел весь год от устаревшей трактовки МФЗ, которую, ну, скорее всего, сегодня мы все понимаем, казахарку и желательно с какими-то развернутыми функциями. Может, стоянки, потом действительно в некоторых местах, потому что, например, в ПОКах, если напоминают, есть комфортные зоны стоянки караванов. Но это все, так скажем, секретные объекты, которые появятся в нашем ближайшем усилии. А вот создать на базе МФЗ региональную инфраструктуру роста – это та задача, которая, мне кажется, сегодня изучает актуальность транспортного значения и замены социальных экономических территорий. Подобные объекты действительно дадут возможность стать бенефициарами не столько пользователей дорог, сколько еще и регионов. Для этого государственные компании сегодня развивают подход, называемый инклюзивный МФЗ. Это площадка с обособленным доступом, с помощью сведения с дорог, планированных для комфорта пользователей всех и более. Вот как это работает. Если мы с вами предположим, вот здесь надо сказать, что совершенно непонятная дорога внесена рекомендация на карту. Ее не существует, она даже не планируется. Это специально для того, чтобы не вызывать всплески инвестиционной активности тех пор, что они не нужны. Предположим, что какая-то определенная дорога идет, мы с вами нашли относительно неразвитую территорию, мы не понимаем, что там нужна инфраструктура, вот она видна здесь, автобалансы. МФЗ должен быть протестован тем, какую пользу эту инфраструктуру принесет и для того, чтобы
внутренняя, она обозначает внутри. Здесь мы понимаем, что при размещении УПЗ произойдет дифузия инноваций, так называемых, и экономического роста. Драйвер экономического роста для подобного размещения объекта захватывает все прилегающие объекты, которые будут подтронуты доступ по этой территории, пользуемой инфраструктурой. В левой части этого графика вы можете видеть МФЗ в том виде, в котором он занимался ранее. Вот синий луч. Таком прочтении МФЗ, конечно, работает и вообще структура вся в его составе, работает только на уровне, только на транзитной практике. В этом случае никакие совершенно инновации структуры и прочие радости не распространяются в нашем сообществе. Почему вы так думаете? Потому что давно еще у одной из первых, наверное, начали 20-го года, 20-го века, немецкая экономическая школа начала развивать, и была создана сегодня центральный клиент, Владимир Сталин, известный ученый, который поставил основу благодаря этой теории, на ней сегодня работает вся сетевая задача. Ну, кратко остановлюсь, чтобы сэкономить ваше время, пожалуй, на простой, самый простой синий схемы силы. Она говорит о том, что есть так называемое порогое значение. Количество населения необходимо для того, чтобы тот или иной сервис был жизнеспособен в определенном месте. И второй критичный момент – это радиус. Это больше крупно оказывается связи. Радиус – это та максимальная дистанция, которую тот или иной потребитель готов преодолеть для того, чтобы потребить ту или иную услугу. Как раз суммарно, они нам дают как раз те локации, которые строят заболеваниям. Хотелось бы предоставить слово
Игорь Леонидович здесь, коллега был здесь, но вот две минуты. Вице-президент Национальной ассоциации специалистов спортивного туризма у нас, президент Международной академии развития туризма Андрей Марк, кандидат экономических наук. Две минуты. Да, спасибо большое, коллеги. Буквально две минуты, чтобы все воспряли, немножко если стали действительно приободрились. Я считаю, что спасибо большое всем коллегам. Замечательные сегодня были доклады, очень продуктивная, глубокая работа. И вот Вадим Орлатович, по-моему, сегодня говорил правильную вещь, что поддерживающая, обеспечивающая инфраструктура – это замечательно. И действительно, сейчас очень много и федеральных агентств по туризму, и коллеги в регионах над этим работают. Но очень важно задумываться о точках притяжения, о том, ради чего поедут туристы по этой инфраструктуре. И вот достаточно долго, уже более 5 лет плотно работая с событийным туризмом, мы можем сейчас сказать три вещи, наверное, 100%. Первое, что туризм в любом случае нацелен на обеспечение качественного и эффективного развития территории в целом. Если мы не задумываемся о целях населения, о целях местного бизнеса, то прорабатывая, разрабатывая любые туристические проекты федерального, национального, регионального, отраслевых уровней, мы не придем к истине, потому что всегда нужно проходить. А вторая тезис, который я хотел сказать, то, что событийка, она безусловно влияет на развитие и туристических проектов, и территории в целом. А третий тезис в контексте нашего сегодняшней темы, что действительно качественная инфраструктура, в том числе парковочная инфраструктура, в том числе инфраструктура, связанная с нашими замечательными кемперами и караванами, она существенно улучшает саму по себе концепцию туристических событий и событий, адаптированных под турпоток. Потому что сейчас у нас немножко меняется концепция, что событийный туризм – это не про организацию туристических событий, потому что исключительно туристические события у нас в стране, да и вообще в мире, может быть, там менее 1% на самом деле. А событийный туризм – это про адаптацию хороших городских событий под приемы как организованных, так и самодеятельных туристов. И вот здесь у нас есть, и мы передали организаторам три предложения в итоговую резолюцию нашего замечательного форума. Первое – предложение федеральному агентству Ростуризма Елены Вячеславовны Перебежал, но мы это тоже безусловно передадим, и Ростуризм замечательно, что в последние годы очень активно прислушивается ко всем нам. В следующий поток грантовый отдельно прописал, у нас, в принципе, эта тема была обозначена при первом, по-моему, блоке грантов, именно связанная с парковками, с туризмом, но отдельно можно прописать эту тему по финансированию, по выделению грантов на направления, связанные с парковками, кроватями и кемперами. Второе, рекомендация главных регионов учитывать данную составляющую инфраструктурную при планировании и организации площадок для проведения событий, потому что на самом деле в каждом регионе на пальцах можно пересчитать качественные площадки для проведения фестивальных событий, деловых событий. Могу сказать, как человек, активно работающий в Владимирской области уже более 15 лет, в Владимирской области тоже действительно, при том, что область туристическая, но тоже действительно на пальцах можно пересчитать качественные площадки на территории одной из мы с вами находимся сегодня. И третье, это уже рекомендация, в том числе профильным ассоциациям, в том числе НАТО, Национальной ассоциации событийного туризма, внести фактор наличия вот этой самой инфраструктуры, парковочной инфраструктуры, инфраструктуры для караванеров, для кемперов, как значимый фактор оценки туристических событий. Потому что, безусловно, при наличии такой инфраструктуры события будут лучше, а нам будет веселее, а туристов будет больше. Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь Леонидович. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в данном мероприятии, в наших интересных, как я считаю, дискуссиях. Я абсолютно убежден в том, что мы здесь, как единое сообщество, будем рассматриваться как партнер, как советник органов власти, которые будут подсказывать, а, наверное, не критиковать. Здесь, наверное, нет таких людей, которые уверены, что уже завтра или послезавтра все будет сделано, о чем мы здесь сказали. Нам все это требуется. Колоссальные средства, время. Но убежден, что позитивные изменения обязательно произойдут, потому что сфера туризма – это такая главная составляющая нашей жизни. Давайте больше путешествовать. И передаю слово Татьяне. Спасибо большое. Действительно, мы сегодня с вами очень плодотворно поработали. Спасибо огромное за работу сегодняшнюю. Мы действительно продуктивно поработали. И хочется сказать следующее. У нас сегодня прозвучало очень много предложений различного порядка.
У нас сегодня здесь присутствует несколько значимых ассоциаций и союзов, то есть общественных организаций. Поэтому мы попросим сегодня вас, у вас еще сегодня вечер рабочий остается, собрать свои приглашения воедино. И завтра в 9 утра мы начинаем следующий рабочий день. Поэтому ждем вас всех вновь в этом зале. А членов ассоциации, руководителей ассоциации, наверное, передать нам эти предложения, потому что в конце следующего рабочего дня будет обсуждение резолюции и ее принятие, с тем, чтобы мы с вами поработали не просто так, пустоту проговорили свои предложения и свои боли, и то, что мы хотели бы видеть, да, в конечном итоге. Поэтому ждем вас. Завтра в 9 утра эксперты, сегодня в 18 часов ужин. Спасибо всем большое. И еще, коллеги, такой один важный момент. Вы наверняка хотели бы подискутировать, задать острые и интересные вопросы нашим спикерам, которые находились в президиуме. Спикеры – открытые люди, готовы услышать любую вашу просьбу, пожелания, вопросы. Подходите в рабочем порядке, задавайте, интересуйтесь. Спасибо. Составляющие на высоте.